Target locked. Замедли его просто. Кто забеет дверь? А, понял. Target locked. Беги, беги. О, все. Дай первое. Спал. 12 seconds later. I give away Arcana set in this video. The winner could pick any Arcana you want. To participate, you need to subscribe now. Why not? Like this video, make a comment. The winner will be announced. So, good luck and have fun. Bombs built. Hunter's dry. Okay, let's blow something up. Сейчас вот получилось, он как раз блочил. Сейчас мы этого крипа реагрили. Добили крипа. Даем тычку ренжу. Так, бортофом пробуем собрать всех, но всех не получилось. Так, хорошо. Там такой вардик, судя по всему. Все как обычно, при секрете. Теперь неприятно то, что крип взбивает трампилы. Это неприятно, из-за этого очень хорошо. Не, ну по сути можем, да, у него нет шифтов. Да, можешь пролетать. Да, давай. Мы его просто запикать можем. Ты говоришь, бро. Не зажжем. Давай, давай, я начну. Не, читаю, слышу, у нас что-то слишком много всего берет урона, как там. Просто расклеился. Кому-то тысяч. О, а так он все умер, он на табличку лечить. Замедли его просто. Кто забей, забей. А, понял. Ну, где там урон с кнопки? А давай его еще раз убьем, он сейчас пешком будет идти с базы. Давай его убьем. Давай. Так, мне кажется, надо убить, нет? Мы же убьем сзади. Да пошли, давай, давай. Я рейтинку подберу, ты что, это хит-шоу. Okay. Обходи, обходи. Ничего страшного. Я выиграю. Это как топ, смотри, там давай. Подожди, стой, стой, стой. Давай, давай, на мине, на мине. А он сейчас ульту нажмет. А у тебя будет второй еще раз по нему? Поставь паузу, поставь паузу. И тип него. Сейчас убьет, ты больше не можешь. Можешь возвращаться, я достану его. Давай не пей его, салам. Романа нет. Ничего. А, он не уйдет уже. На урсе, ой, не умирай на этом. А чё, он ульту типа вообще не нажимает? Может, отсмирился с имбоксом. Ай. Беги, беги. О, всё. Дай первое. Я не хочу его тратить. Типаем. Я бы птичками мне яйцей подстакать. У меня всё, тут два стака. У нас, оказывается, всего было два стака. Это вообще не стака, это тоже. Думал, тупо больше будет. Гой, в топе убьем всех. И хочу как-то аккуратненько вот на верку прыгнуть. Чё, левар тут стоит или чё? Хочется на верку прыгнуть. А у него нужно в него начинать походу сначала. У него врожденная способность. Короче, у него обязательно. Я бы хотел его как-то цепануть на верке. Не знаю. Бачу. Мне помощь надо. Меня слабнут, помогите. Я понял, что ты фиг хотел, плохо пошел. Он идет сюда. Сразу две мины ставлю, потому что я не знаю, он может убежать с под мин, задолжить урон. Игра максимально что скучная, команда вообще ничего не говорит. Да я заберу его. Спасибо. Он еще стики нажал.
Потому что ему на самом деле делать нечего на SF против меня. Он будет не включить игру поверить. Ты понимаешь? Аманчик связывай. Брат, ты что из подмин так не метод. Не, этот... не, я все, все нормально, я останусь. Аман, смотри, пока крипы не подошли, пошли извинения поставим, чтобы на гриф развести. СС с Юлом, но его тайминги отстают минут на 7, наверное. Где-то так. Я убью его. Минус сломал. Пец чел это. Я хочу выйти отсюда. А я не выйду. Да ты же его убьешь, Тормлет, перебудешь, ульту нажмешь и убьешь его. Давай, на ЦК, че ты очкуешь? Давай попробуем. Агрессивно сыграть, поставим варк сюда на клейф. Можно прям очень агрессивно поиграть. Урху нашел, конечно. Его, ему вообще не хочется пытаться что-либо делать. Ага, понял, у меня просто... Просто стан прилетел в крутой, да? А, ему огонь выжили, блядь. Да я тоже нафидел. Мы что-то все нафидели. Кого убьем их всех? Так, ну рту же я тоже 1100 убиваю. На ЦК ты уже заманал чел с подмин вытаскивает. Мини, блять, он по всей мини, блять, сидел на. На его, туда его. Да еще сэп не пошел замес. Стоял, блять, его просто. Надо было ему хик сдавать. Что там летело? Не успел прокликать. Надо урсу туда прыгнуть. Го, урсу, урсу. Бей ему блинк, блинк выпить надо. Одной шмотки на рычкас, как так? Как так? Так, не буду ходить. Варк тут не стоит. Давайте так, ну, аккуратно все зайдем. Там в целом сейчас грибы появятся, я думаю, сайф будет next промить просто. Он, кстати, из двух минут так играет, я его упал. Да не, не играл, 1900 хп было в целом. Самое главное. Как-то куру сюда завести все. Среагирует интересно мента. На меня что-то вообще черт. Он, по-моему, вообще ничего не понял. Где напал был снизу. Надо бэкнуть, надо бэкнуть, а то они... мы сейчас закончим. Бэкнуть, бэкнуть. Так у нас все саппорты в смысле. Ну а чтоб я выжил, кстати. Я выжил, кстати, за счет иллюзий. За счет правильных иллюзий. Если бы не иллюзии, то я бы сдох. Просто иллюзии танковали бы весь урон. С разворота, чел, чисто. Плюху. Госэфа, наверное, убьем. Ебать, я маня. Ну, ЦК все испортил. Го пуш, го пуш. Это что? Ступай, всех подряд. Иди на вингу. А мне станка летит. Я
Я такой тут чуть-чуть как застрял. Я всех убью. Давай, я всех убью. Давай, змейками, змейками, хуярь, хуярь. И в тайминг. Ай, я Юлом убил. Я Юлом нанес 100 урона, если что. Подошел туда и не сдох с вами. Гоу-гоу против вот этих двух героев, идем драться. Первым левели Боника. Он лаки, чё. Они бы просто меня фокус взяли и меня побили. Дать я килл буду рейтинг. Не, ну конечно, я дебат. Ну, вряд ли убьем. Хотя, пробовать можно, он арбу потратил, кстати. Эти крутилки горит, блядь. Долбоебины по голове. Меня как рака развели. Вначале он сайленса просто не залечит, и я очевидно.
Я же стал играть хуёво из-за психоз максимально. Это пиздец. Не психуй. Я пока убью на самом деле, наверное. Ой, позор. Бей. Ладно, забей, уйдем, уйдем, уйдем. Так, все вышло. Можем, кстати, да? И у меня бластовка, да, я сам начну в него, если что. Как не везет. Да, они нас видели просто и все. Можно пойти что-то сделать, пока джаггера нету. От таких пиков отталкиваться надо. Я начну, Ой, блядь. Вард стоит. Последний. Ну, остается 500 голды до БКБ. План такой. Нужно их снимать в топ, хотя мы их уже снимали в топ. Просто взять и идти играть против Рошана. Может даже и Рошана их вынуть. По крайней мере, так бы сделали в нормальной игре нормальные люди. Именно. Поэтому нужно занять эту часть карты. Одну 5-минутку и конфисить Рош. Ну, типа, забрать вообще его. Всех сюда снили, они нажали тп-шки, зайди. Эта зона должна быть наша. А если она будет наша, то это наш Рошан. Убиваем, убиваем, убиваем. Я уже это сказал миллион раз, что мы туда их стянули, уже и мы не туда. Это Люгумит. Люгумит может почесть такое. Нет, Рекена. Ты смотрите, тут это хуйняет. Я способности, я не нажимал, я богом клянусь. Я дал РП Пака и в Джаггер, но оно мне само отменилось. Я вам отвечаю, я не жал кнопку отмены способности, я ее не нажимал. Я слишком быстро нажал, что она отменилась, я не понял, как это произошло. Вот говорю, как есть. Го убьем его, не Джаггера. Вот кювер. Уйдите, надо уйти, надо уйти. Верно, байбук. А почему на центре вот тут ставится, ёбаный рот, если вы знаете, что там вард? Поставьте броды сюда. Мне надо хекс закачать. 100% покупать. Мы не можем ходить. Там мне надо хекс дать.
вышли все, съебались на стуле. Го, заберем его. Парень, похуй, не понял. Если просто дает гейт, я убью через хекс. Бьешь ему просто и все. Я с муншардом, я даю доп вижена. Просто дай ему линку и все. Сбей ему линку. Я ж тебе сказал на клинзе, беги, а ты не бежишь. Как так возможно? Я ж тебе говорю, беги, а ты не бежишь. Джаггера убить, убить, убиваем. Отлично. Чё? Нормально. Мяти не может шотнуть, кстати. Нормально это так раньше, смотрите. Через верх только давай мне грейв через верх, чтобы... Понял, чтоб ты смог нажать в тосе. Драться можно. Я Джаггера убью за хекс. Джаггер за хекс умрет. У меня фокусили. Ладно, уходите. Уходи. Сначала подошел побить. Мне дай грейв, дай мне грейв. А я подожду. Давайте, я вас убью. Еще не проебали, еще это. Там клинвар проблема в этом. Стоит хилька. Там глифа, кстати, нету, они сломают. Надо убивать их. Ладно, проиграли.